Раз, два. Всем привет. Шесть, 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 ш
Итак, поздороваемся, всем привет.
Мы группа «Воздушная кукуруза», мы из Казани. Thank you.
Друзья, я хочу, чтобы вы неистово сейчас аплодировали и поддержали этих молодых, талантливых музыкантов из города Казань. Лёва, давай, девчонок, выстраивай здесь в одну линию. Я хочу, чтобы все запомнили их лица и запомнили название. Воздушная, друзья, кукуруза. Я говорю, воздушная, вы аплодируете. Я говорю, кукуруза, вы еще громче аплодируете. Воздушная! Кукуруза! Очень крутая группа, легко, непринужденно, без волнения, без какого-то. А ведь они первые, они открывали сцену, вы знаете, что это такое, быть первыми. Поэтому еще дозу аплодисментов, пожалуйста. Девчонки, это все вам, Лёва? Молодец. Немножко взбодрились, да? Это все благодаря им. Аплодисменты. Я напоминаю вам о том, что на этой сцене вы видите восходящих звезд. Не-не-не-не-не. Сейчас другая группа, она одну песню споет всего лишь. Крок-рок там, позовите, крок-рок. Крок-рок, позовите срочно, скажите, пусть бегут. Крок-рок. Сейчас перед вами выступит вторая группа. И нет, не гранж-гёрлс, а крок-рок. Маленькие дети там стоят, одну песню они споют. Футбол, как у них написано футбол, крок-рок. На футболке написано, на кепке. Сейчас у нас будет еще одна группа, она споет всего лишь одну песню. Но я хочу сказать вам, что это вообще просто безбашенная группа. И после того, как вы услышите их песню, вас, во-первых, их сразу забирает скорая после этой песни. И да, вокалист обещает, что у вас завянут уши. Вот, значит, это действительно очень... Если есть беременные, просто уходите сразу, потому что вы видите, в скорой помощи открыли двери, это для них. Вот. Их сразу забирают в дурдом после этой песни, но нужно сказать, ну садись, барабаны, что ты, дайте гитару-то, дайте им, что без гитары, где твоя гитара-то? Твой бас в палатке лежит. Иди найди его. А я пока что, пока басист безбашенной группы ищет свой бас. Да, стандартный строй. И дайте вот гитару ей, гитару вот этой девочке с надписью «Крок-рок». Дайте ей гитару. Да. Вот. Не-не-не, мне не надо. Но пока готовится эта группа, я хотел напомнить вам, что приходите на детскую сцену, потому что на детской сцене самое главное происходит. Здесь молодые таланты. И вот действительно стоило за таким басом ходить. Смотрите, какой он красивый. Ну ты воткнись куда-нибудь. Вас закрой. Воткнись. Подойди он. Все, наконец-то пришла эта группа. Но я объявлять ее название бас не буду. Бас можно вытащить из гнезда? Да. Да. Значит, я не буду объявлять название этой группы, потому что, ну, понятно, что это группа Крок-Рок. Это самая безбашенная панкуха. Сейчас будет вообще отрыв просто пашки. Просто Егор Летов отдыхает. Вот, что я вам сейчас хочу сказать. И песня эта называется «Собери меня в психушку». Вот так называется песня группы Крок-Рок. То есть прямо... Так она и называется. И скорая помощь, ребята, вас ждет. Но прежде чем вы начнете выступать, а я пока что добегу до кабинки, пожалуйста, заори очень громко, что детская сцена самое главное на фестивале. И то, что заори, пожалуйста, еще то, что вы все приходили сюда получить призы, ладно? А, еще заори то, что пенсионеры никому не нужны, ладно? Не хочешь? А, ты боишься? Боишься Гарика Сукачева? Ладно, хорошо. Ну ладно, давайте поаплодируем. Группа Крок-Рок, песня «Психушка». Сейчас певец будет орать, что детская сцена главная, пока я бегу. Мы выступаем раз в 100 хуже, чем предыдущие. Надеюсь, у вас не завянут уши. И надеюсь, с вами все будет хорошо. А мы уедем в «Психушку».
приказ, нам так спокойно. Мы живые, летят так стройно. Буду я теперь лечиться, и ничто не приключится. Носилки тащите. Спасибо большое. Давайте поаплодируем группу Крок-Рок. Песня «Психушка». Спасибо. Поклон. Поклон. Да. Все. И вот вас там ждет скорая помощь. Идите, пожалуйста. А следующая группа. О, вокалист прыгнул в толпу, но его не поймали. Ну все еще впереди.